Сәлеметсің бе, Есир? Сәлеметсің бе? Қалың қалай? Тамаша, жақсы. Наступил третий день проекта «Учимся, играем с Куантаем», в котором участвуют 12 детей по схеме 5 плюс 7. Напоминаем, по условию реалити-шоу пятеро детей усваивают казахский язык в игровой форме. Семеро казахоязычных детей вместе с воспитателем помогают им в этом. Сәлеметсізбе? Сәлеметсізбе. Қалың қалай? Здороваться уже со всеми легко, и вопросы, которые задает воспитатель, понятны. Если в первый день Глеб стеснялся говорить по-казахски, то сейчас он уже спокойно общается. Первые успехи есть и у Арины с Сашей. Өте тамаша, жарайсың, молодец. Сәлеметсің бе, Саня? Қалың қалай? Как у тебя дела? Хорошо. Жақсы. Жақсы. Молодец. Умница. Мынау не? Что это? Куртка. Куртка. Жарайсың, мынау куртка. Сегодня новыми фразами для детей будут «Есікті аш» – «Открой дверь» и «Есікті жап» – «Закрой дверь». Аш. Жарайт, «Есікті жап». Тамаша, өте жақсы. Саня, «Есікті аш». Угу. А, жарайсың, кіре ғой, «Есікті аш». Угу. Заходи, кір. «Есікті жап», Саня. «Закрой дверь». Угу, жарайсың, молодец. Алтынай, есікті аш. Угу, кіре ғой, есікті жап, Алтынай. Жарайсың, тамаша, жақсы. Әнұранды айтамыз. Гим, әнұран. Жарайсыңдар, кәнеке, қолдарыңды қойыңдар, молодцы. Ясир, оң қолыңды қой, сол қолыңды түсір. Ясир, оң қолыңды, правую руку. Асимай перед гимном первой кинулась помогать ребятам правильно расположить правую руку. В групповой форме изучения языка взаимопомощь – ценный вклад в общую работу. Кәнеке, балалар, бастаймыз. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы. Как мы уже говорили, фразы, которые дети слышат систематически каждый день, запомнятся очень скоро. Их не нужно будет переводить. Әнұран айтамыз. Поем гимн. Қолымызды жуамыз. Моем руки. Тамақ ішеміз. Кушаем. Кел, келе ғой. Иди. Мұнда тұр. Стой здесь. Жаттығу жасаймыз. Делаем зарядку. Жырым болып, төкілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Енді жаттығуды бастаймыз, балалар. Мынау не? Мынау қол. Глеб, мынау қол. Мынау қай қол? Мынау оң қол. Тамаша. Мынау сол қол. Демонстрация простых действий с уже известными словами – наглядный пример изучения языка в этом проекте. От простого к сложному. Дети – это рука. Это левая рука. Балалар – мынау қол. Мынау сол қол. Қолдарымызды түсіреміз, опускаем руки. Бір, екі, үш, төрт. Бес, алты, жеті, сегіз. Ал енді келесі жаттығу. Бір. В этом возрасте счет лучше запоминается при ритмичном движении. Алты, жеті, сегіз. Қазір тағы да. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жарайсыңдар, балалар, молодцы. Молодцы. Біз асы жеті, сегіз, тоғыз. Жарайсың, тамаша.
Саша во время зарядки считал до 10 на казахском языке, тогда как зарядка подразумевает счет до 8. Инициатива самого ребенка настолько высока, что память работает на опережение ситуации. Балалар енді жүгіреміз. Мы бежим, считаем до 8. Бір, екі, жүгіреміз, балалар. На третий день проекта по свободным импульсивным реакциям детей стало понятно, что они уже более уверены в себе. Они наладили первые контакты, адаптировались к ситуации съемок и активного обучения казахскому языку. И самое главное, каждый ребенок уже получил часть знаний, с которой пойдет дальше. Балалар, кәніке, жаттығуды бастаймыз. Начнем зарядку. Саша у нас ведущий. А теперь у нас ведущая Дамиле. Начинаем. Саша, делай. Дамиле сегодня проявила активность и инициативу. Она была успешна в роли ведущей в упражнениях на зарядке. «Ненасильственно преподавай милейшей детям науки, а в процессе игры, — сказал великий Сократ, — мы следуем мудрости великого древнего ученого. Главное правило для наших методистов и воспитателя — обучение через игру». Жарайсың, жақсы, қолдарыңды жуындар. Айым, Асимай, маған келіңдер. Вы будете мне помогать, маған көмектесесіңдер. Айым, сен қасықтарды бер, Асимай, сен нандарды бер. Принцип последовательности очень важен в педагогике, в том числе и для усвоения языка. Каждый новый элемент языка, каждое новое слово обязательно должны быть связаны с прошлым материалом. Например, «бул ботка», «балалар ботка жимис». Это каша. Дети, будем есть кашу. «Балалар, кімде нан жоқ? Кімде нан жоқ? Бәрінде бар е? Кімде қасық жоқ? Бәрінде бар ма қасық? Бәрінде де бар. Асың, асың, асыңа. Бақыт қонсың басына. Дастарқаның мол болсын. Денсаулығың зор болсын. Астарың дәмді болсын, балалар. Вот, а жей ойнар, жей ой. Алиша, когда слушаем, мы не ставим за столом, хорошо? Все кушает. Все хорошо. Алга, 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 алга. В этом зале новые слова дети усваивают вместе с танцевальными па. Здесь тоже все наглядно, поэтому понятно. Онга, вон, вон. Алга, солга, алга, алга, артка, 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 артка. Енді алга, 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 алга. А енді оңға, оңға. Солға, солға, артқа, 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 артқа. Импровизации на музыкальных инструментах – необходимый способ эмоционального выплеска и разрядки после сосредоточенной работы психики в изучении новых слов.
Чтобы усвоить новое, сформировать новые навыки, необходима пустота, которая возникает после полного хаоса. А теперь прыгаем на двух ножках. Вон один санаймыз. Бер, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Тоқта. Жәр айсындар, балалар, өте жақсы тамаша. Жүгір. Тоқта. Тоқта. Секір. Секір. Отыр. Тор. Тор. Жигур. Секрет. Жигур. 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 Секрет. Балар секрет. Жарайсын жақсы. Секрет. 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 Дұрыс. Вот это. Оң қолыңды көтер. Сол қолыңды көтер. Сол. Оң қолыңды көтер. Оң аяғыңды көтер. Оң аяғыңды. Сол аяғыңды көтер. О. Глеб активно включался и выполнял все упражнения в зарядке. Он уже все понимает, хотя пока активно не разговаривает. Но все еще впереди. Иманали, допты, сол аяғыңмен теп. Жарайсын, молодец, тамаша. Арина, допты сол аяғыңмен теп. Сол. Сол аяғы. Иә. Допты сол аяғыңмен теп. Ой, жарайсын, молодец. Саша, допты сол аяғыңмен теп. Кәне. Жарайсын, Саша. Балалар, мынау не? Ит. Мынау ит. Глеб, мынау не? Мынау не. Мынау не? Мынау күшік. Мынау ит. А в конце третьего дня ребятам о зверятах. Эта игра называется «Кто в мешке?». Детям интересно все, что связано с животными. Посмотрим, как интерес помогает в изучении языка. Қоянды мен Глебке берем. Қоян, ала ғой. Жарайсың, жақсы. Мынау не, балалар? Бұл тышқан. Ясирге беремін тышқанды. Ясир, ала ғой тышқан. Жарайсыңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер ме? Арина, Арина, бұл не? Бұл қоян, жарайсын, Арина, ала ғой. Саша, мынау не? Тышқа. Жарай, Сибел, мынау не? Бұл тышқан. Тышқан, жарай, тышқан, ала ғой. Қаны, балар, енді ашылып отырамыз. Глеб, қоян не істейді? Что делает зайчик? Секіреді. Дұрыс, қоян секіреді. Жарайсын. Айым. Когда Глебу из мешка достался заяц, она подсказала, что заяц прыгает. Хоян секрет. Ясир, тышқан не істейді? Жүгіреді. Тышқан жүгіреді, тамаша. Арина, хоян не істейді? Қатты айта ғой. Секрет. Хоян секреді, жарайсын жақсы. Жатып сурет салындар. Здорово, как дети умеют показать животных, но еще прекраснее, что они вживаются в роль животного искренне, честно. Редкое качество для взрослых – честность перед самим собой – уникально проявляется у детей. В таком искреннем, открытом состоянии все неизвестные слова становятся родными, знакомыми и естественными в произношении.
Как продолжение игры, дети с удовольствием рисуют этих животных. Для взрослых это закрепление материала. Иманали, синий салдан? Коя. Джерайда. Сейчас в спокойной обстановке дети создают образы, о которых сегодня говорили на казахском. Тышхан, ит, мыса. Коя не сида. Коя. Секереда. Жарайсен. Арина, мнауни. Бул таспака. Таспака. Бул таспака. Жарайсен жахса. Нашими маленькими участниками прожит еще один интересный познавательный день. Они поднялись еще на одну ступеньку выше в познании казахского языка. Тышкан. Тышкан. Это кто? Тышкан, мышка. Мышка. Еще кого доставали из рюкзака? Ит. Ит, это кто? Собака. Собака, правильно. Еще кто? Кто там еще был? Паян, ит. Мяу. Блеман. Блесн сен, да. Мысок. Мысок. Молодец. Умница. Арина, мынау не? Мысок. Бол мысок. Жарайсын. Успешность детей очевидна. Говорят, что всесильное любопытство с легкостью открывает самые массивные двери знаний. Дети же остаются самыми любознательными существами на свете. И весь вопрос сводится к умению правильно преподнести материал. Мы это делаем через игру. Корова. Сыр. Ведь только испытывая удовольствие от игры, ребенок захочет повторять ее снова и снова, включая используемые слова. Дети гениальны. Мы лишь помогаем проявляться этой гениальности. Жақсы, сау болыңдар. Мынау не? Кофта. Мынау. А, руки. Как мы говорим по-казахски? Кол. Кол. Жарайсы. Мынау қая кол? Левая рука. Левая. Сол кол. Сол кол. Он кол. Он кол. Левая, жарайсы, ал мынау? Сол. Сол аяк. Он. Арина на прогулке взяла на себя инициативу и стала ведущей в игре. А на интервью в конце дня Ариша сама вспомнила название «Солаяк» – «Оңаяк». Сау болыңыз, апай! Сау болыңдар, балалар, жақсы. Бара қойыңдар. Апай, сау болыңыз. Сау болыңдар, балалар, жақсы. Смотрит в окно, солнцу мы улыбнемся, новый день настает, будет все хорошо. Мы живем на планете, называется детство, в небе яркая радуга, дождь не прошел. Как хорошо! Можно в небо взлететь, словно птица. Нам хорошо! И мечты обещают сбыться. Иду по красивой земле. Хорошо, что живу я.